Pe 20 martie, întreg mapamondul sărbătorește Ziua Fericirii. Adunarea Generală a ONU a instituit această sărbătoare în anul 2012 pentru a oferi oamenilor posibilitatea de a aprecia momentele bune și pline de bunătate din viață. Astăzi a fost publicat un clasament al celor mai fericite țări din lume, iar Moldova s-a situat pe locul 71 între Mauritius și Rusia. Echipa Newsmaker a decis să afle de la locuitorii capitalei cât de fericiți sunt ei și de ce au nevoie pentru aceasta. На данный момент меня делает счастливым то, что я нахожусь в прекрасном городе Кишиневе. Это действительно прекрасный город, здесь прекрасные люди. Это моя любовь, моя жена, и главное, чтобы был мир, спокойствие и в душе радость. Главное, чтобы был мир, и чтобы люди друг друга любили, чтобы было счастье, весело, солнышко, и все будет хорошо. У нас все будет хорошо. Свобода, безопасность и деньги. Сам КБС Одессы, вот, и действительно КБС Свобода и безопасность сейчас вот большой приоритет. Вот в данный момент это удовольствие просто находиться здесь. Просто от воспоминаний о том, что ты здесь был, что ты что-то видел, что-то вспомнилось. Вот просто до дома смотрю, как они построены. Вот это просто радость. Ну а так-то радости очень много. Ну, например, от работы. Счастье, когда ты кому-то помог. А я думаю, что счастье – это когда мир, когда все близкие и родные здоровы. И, наверное, что-то для души, допустим, посещение концерта любимого артиста. Свежий воздух, солнце, хорошая погода. И хорошие люди, да, все больше. Конечно, город Кишинев – очень прекрасный город. И время, и вета, на сове, да, тунча все шумы перечет. Кофе найти где-то, попить в тепле, потому что все-таки дождик закончился наконец. Моменты с девушкой. Не знаю, день рождения, обычно мы всей семьей попразднуем вместе, да, и друзей у меня немного, но они хорошие, в принципе, с друзьями тоже.